Привет, привет, мои дорогие. Сейчас небольшой болтовлог про меня, про дочерей и про зятьев. Не переживайте, я их уже давно-давно съела. А остальное продолжим. Привет, привет, мои дорогие. Яна, поболтать. Я не тебя зову, не тебя. Здесь тетя. По кофейку я, правда, не целую кружку налила. Что-то я уже его сегодня пью. Что я хочу сказать? Сегодня пятница, а завтра выходной. Сегодня в сад поедем с моей доченькой старшей. Родной. С младшей у нас все выходные не совпадают. Вот она вчера и сегодня выходная, я уже, допустим, в сад приеду поздно. Завтра она работает. Она 2 дня работает, 2 дня дома. Вот считайте, субботу, воскресенье она работает. Но она ко мне тут как-то приезжала, но я, правда, не снимала на дачу на той неделе с Яночкой. В общем, никак не совпадает. И хочу открыть правду. Вся правда про моего зятя первого. Второй вообще не снимается, даже не хочет. И, в принципе, он никогда, если даже едим, он вообще молчит на камеру. Все мальчишки у нас замечательные, хорошие. Успокойтесь, там кто догадки какие-то пишет. Что там, что такую херню написали про это у Ани вчера, что ли, на канале. Я прям даже ответила. Давайте смотреть и следить за своими зятьями, как правильно. За своими мужьями следить. Кто от кого, чего от кого. Понимаете, да, я женщина свободная. И я уже не решусь там кого-то, чего-то привести, а про свою личную жизнь вам знать не надо. Я уже 100 раз говорила, откуда вы знаете, что, может, от меня выходит утром дрота солдат. А уж вот про Аню-то, если человек не снимается, его не показывают, это не значит, что его нет. Иногда и то он мелькает в этом, в студии. И живут они в квартире у Тимофея. Успокойтесь. Если бы я не думаю, что... Ну, сами меня поняли, да? Успокойтесь уже. Муж у Ани прекрасный, замечательный. Все у них хорошо. И слава Богу. И не надо строить догадки. Он... И профессия его не позволяет мелькать постоянно в камере. Он у нас работает с утра до вечера, и командировки бывают, и дежурит бывает. Так что успокойтесь, все у нас в моей семье замечательно. И родители Ани уважают Тимофея. И, в общем, все у нас отлично. А кого что не устраивает, нахер с каналов, давайте уже. Я прям так. И еще про мое хамство. Девчонки вот там пишут, вот, про идеальных, вы больше видео. Ребят, ну, если я буду молчать, зачем мне эта головная боль, допустим, да? Я расскажу, покажу, ну, и не всегда я им, если уделю там 2-3 минуты. Вот сейчас видео прям по кофейку для идеальных. Про мое хамство. Вы начинаете обзываться. Ну, получайте тоже обратку. Они обзовут. Я отвечу, а я, оказывается, хамка. Хамло вы. Начнем с этого. 100 раз, вот уже, наверное, уже всем надоело. 100 раз говорю, вот мне не нравится контент, я вот так ленту пролистаю и все. Ну, даже если я посмотрю, ну, как могут сейчас люди так и зарабатывают. Все, даже пенсионеры, да, там посмотришь. Ну, что делать? Ну, пенсия у нас не такая великая. Я вот, может, и тоже затанцую и запляшу за на 13 тысяч. И завоешь, как дитя, которых мне насчитало государство. А мне еще работать, ой-ой-ой, сколько. Не знаю еще, вот я все никак. Вот в отпуске в сентябре буду, точно уже схожу в пенсионный фонд. Потому что когда после работы или там до работы что-то, ну, книжку надо забрать пенсионную. Узнать, что к чему. Поэтому свои догадки держите в стороне. Что про зятя, что про меня там, да, там. Да про многим, конечно, я же не одна такая, вон, все, кому чего только не предлагают. Ну, давайте начнем с того, а мужа я своего просто съела. Ну, не прокормил он меня.
и я съела. И да, да, та счастливая женщина, которой мой муж ушел. Очень-очень счастливая. Успокойтесь. Ни разу на юге не была. Очень счастливая женщина. А я сижу тут в конуре, как мне пишут. Каждый год на юг летаю. Ну, там, вот в этом году полетела. Я врать не буду. Иногда автобусом ездили, иногда поездом. В этом году летаю. Очень я несчастная женщина. Хочу халву ем, хочу пряники, а хочу на юг летаю. Давайте. Вот. Давайте, успокаивайтесь. Успокаивайтесь. Ну да, я иногда тоже, правда, как к зубам еще все равно не сильно привыкла и сама за собой замечаю. Ну что делать? Мои виниры надо привыкать. Так что следите за своими мужьями. А то эти многие мужчины в интернетах сидят. Ой-ой, а женщин-то свободных сколько. Ой-ой. А вы пока сидите, гадости в интернете пишут, а и ваши мужья пишут другим женщинам, таким же, как я, восхитительные комментарии. Да-да-да. Так что следите за своими зятьями. Ну, а мы не боимся ничего в нашей жизни. Зарабатывать мы в жизни нашей научились и умеем. Всех обняла. Пока-пока. Чмоки-чмоки, ваша Наташа.